Еще вчера котировки нефти корректировали свое положение, найдя поддержку со стороны обнадеживающих заявлений США и Китая. Новости о перспективах возобновления переговоров привели к прекращению распродаж, однако Brent все-таки завершила день в красной зоне – менее $59 за баррель. Настроение на нефтяном рынке вновь негативное. При этом с точки зрения технического анализа котировки находятся в медвежьем тренде и могут продолжить сокращение со следующей целью в диапазон $54-$55 за баррель. С точки зрения фундаментального анализа все не так уж однозначно. Прежде всего трейдеры узнали из твиттера главного редактора Global Times о том, что на самом деле переговорщики со стороны Китая и США уже несколько дней не разговаривают ни напрямую, ни по телефону. Контакты поддерживают лишь на техническом уровне. И что самое важное, что Пекин не менял и не собирается менять свою позицию и не уступит давлению США. Но на фоне угроз рецессии мировой экономики в результате торговых войн присутствуют и позитивные моменты, в том числе способствующие удержанию котировок нефти от более резкого падения. К примеру, Дональд Трамп напомнил о санкциях в отношении Ирана и выразил готовность к переговорам, но лишь в случае отказа от ядерной программы. Тем не менее, Тегеран ответил: сначала снятие санкций, а уже потом переговоры. Прогресса нам не видать. Котировки американской нефтяной смеси марки WTI также остаются вблизи двухнедельных минимумов. Однако траектория постепенно и осторожно меняет направление вверх. График поднялся выше отметки $54 за баррель в ожидании данных по запасам нефти в США. Накануне агентство Reuters обнародовало отчет предварительного опроса, который показал сокращение запасов нефти и бензина на минувшей неделе в Соединенных Штатах. Динамика запасов нефти в США имеет большое значение для трейдеров, поскольку она выступает индикатором спроса на топливо. Сегодня выйдут данные по запасам от экспертов Американского института нефти, а в среду уже свои данные представят аналитики Управления энергетической информации США. Тем не менее, слабый рост нефтяных котировок никак не способствует росту рубля. После некоторой неопределенности график доллар-рубль все же вырвался в зону выше отметки 66.20. Сегодня стоимость рубля падает вследствие завершения налогового периода. Завтра последний день выплат налога на использование полезных ископаемых в Российской Федерации. А также против российской валюты играет внешняя неопределенность, связанная с торговым противостоянием США и Китая, что снижает спрос на сырье и рисковые активы. В первые полчаса торгов вторника котировки пары доллар-рубль торговались около отметки 66.33. Рубль терял 0,4% от уровня закрытия понедельника. Ослабление рубля ограничено отметкой 67.20. Однако пока от высокой волатильности рубль удерживает российский долговой рынок. Министерство экономического развития сократило ожидания по инфляции, что ведет к усиленному спросу на активы с фиксированной доходностью и притоку средств в рубль. Мы продолжаем следить за развитием событий на рынке. Оставайтесь вместе с нами.